Фастерс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Он 28-го, брат, внизу написано. У тебя на лбу написано, юбки. Что за игра, блядь, ебанская? Прыжок, 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 прыжок. Бля, не, прикольно. Хуй! Хай-ху, блядь, ебать. Хай-ху, блядь, ебать. Это похоже на свист? Боже, какая звучка охуенная. Там твой номер на 2 часа слили. О, блядь, я ебала. Откуда мой номер? Можете спасибо узнать, откуда все. Просто? Спасибо, тебя. Данилка, брат. Дрейк, можешь написать, откуда просто? Откуда пошла инфа? Кто его слил? В мне нравится очень сразу. Озвучка крутая, просто нереальная. Что-то я хотел сказать. Точно, ребят. Спасибо за донат. Ебать, Таня. Чуть тише? Окей. Okay. Чё, не проснулся? Думал проснется. Ладно, владелец Соляриса, поищи. Чё, блядь? Бля, Дэнни! Ты чё, ёбудал? Дэнни, ты чё, ебёшься? Ты в натуре? Нахуя? Блядь, нахуя? Шейк вернулся, спасибо большое, Дэнни, спасибо большое за поддержку. Охуеть, блядь, я не ожидала. Спасибо огромное, Дэнни, ты чё ебёшься? Спасибо большое. Все, я иду покупать новый номер теперь. Я куплю себе охуенный красивый номер на 10к. Спасибо, Дэнни, я микрофон себе буду покупать. Я отложу на микрофон эту денежку. Спасибо огромное. Огромное спасибо. Хорошо, что я сбор убрала. Все, огромное спасибо. А то сейчас бы это прилетело бы, блядь, ебало, Писню. Так сказать. Потому спасибо что это самые бюджетные уебанские тачки. Пошел нахуй! Это, знаете, это как мне, блядь, прилетело в Дискорде, короче. Спасибо, блядь, Дэнни, спасибо. Спасибо, ДКС и Артём, спасибо всем, ребят, бля. Охуенно, я так хочу себе микрофон купить новый, пиздец. Я настолько охуенный микрофон, блядь, куплю скоро. Ваши жопы просто, они полетят нахуй на небо. Просто охуенный микрофон. Просто настолько пиздатый. Вот. Короче, это охуеть. Я надеюсь, сейчас мне не будут звонить за 2 часа всякие долбоёвые. Рожь, блядь! Киберспорт, блядь! Спасибо большое. Блядь, мне этот трек что-то вообще нахуй не нравится. Спасибо большое. Сейчас я поставлю авиарежим. Спасибо. Она не поворачивает больше. Да я ебал, чувак. Пизду, блядь. Да хорош, вы заебали, блядь. Спасибо огромное, Дэнни. Спасибо. Дэнни просто уничтожил киску зеленоглазой подруги. Самолет, значит, крыло. Ну, ласка. И у них пиздатый. Привет. Так кот стримит? А, это собака. На кота похожий. Боже, так хочу собаку. Спасибо большое. Ты ебанутый, ты еще... А что он сделал? Потом, да? Ага. Надорвал, а второй повар не сможет найти другой конец. Ну просто... Блядь! Сука! Что? Что ты разрезал? Что он разрезал? А, руку? Тихо. О, сейчас разъебет меня. Скроется прошлое скоро. Если он сейчас попадет последним топором четвертым, то я гей. Джекетса спалился, парни. Все. А я вроде это и не скрывал, так что в чем проблема-то? Нормально, блядь. Пизда-то. Он сейчас самая середина выберет и все. А я думаю, что он Вовочку-то моего зовет, а? Зовет к себе домой, там, стримит зовет. Хесус, язычок свой спрячь. Змею свою, придержи своего удава.
Это мой мальчик. Только я имею право звать его к себе домой. Я думаю, мы друг друга услышали. Ты. И все, я сам очкую, ну а хули делать? Покусился, блядь. Фу, блядь, заебался нахуй. Почему смешно, как смеется этот чел? Даня, там очкует. Какой нахуй конфликт, блядь? Хесус, не трогай Вову, блядь, он мой! Не трогай Вову! Какой конфликт, блядь? Тут не может быть конфликтов! Какой тут может быть конфликт, если он мой? Не может быть конфликтов, если он уже мой! Он уже мой! Короче, подожди. Вся рука нахуй в крови. Я сейчас так выгорю. Ты сранее загорелся, тушу. Вроде пока все нормально. Спасибо большое. Нет, мне уже звонят, типа, и пишут везде, где только можно. Смотрю, чтоб ничего не загорелось, время вообще не было. А что произошло вообще? Почему? Что такое? Нахуй, я поджилой лосось. Это тебе от меня, солнышко. А нужно один куплет новой песни от Емиру. Он так меня разъебал один раз, он сейчас так разъебет. Сейчас попробуем. Спасибо, солнышко. Как круто делаешь. Apex Legends. Ну, вы знаете, что это за игра. Вот, и меня зачем-то вписали в этот турнир. Я, короче, киберкотлета. И я должен оттуда буду стримить, как я играю в эту игру. Блин, Twitch Staff пишет: алло, тебя вписали в эту хрень, короче, да, вот. Надо принять участие. Я такой: в смысле? Я, ну, не как-то не особо-то и хотел. Он такой: надо! Я такой... Но я... Бан! Все, я играю. Поэтому, ребят, у меня не было выхода, да? Как бы... Вот. Меня... Нет, меня не заставили, я сам согласился, да. Ладно, ебать. Базара ноль. Это за то, что ебать дрон крыса ебаная, нахуй. Он же ебал! Сейчас бан! Сейчас будет бан! Блядь, надо перематывать! Надо перематывать срочно, пока не произошло ничего сверхъестественного. Там будет бан, там будет бан. Там будет бан, блядь, там... Он реально нам покажет соски? Ну, парень сильный, я не знаю, откуда у него такая бицуха. Это нереальная бицуха. Бля, я боюсь туда идти, потому что сивуха. Не, ну вот это у него мускулы, это жесть. О, малыш. Не ржите. Не, хорошо, ладно, ржите, потому что вот тут надо ржать. А, ну. Это я, блядь, сфоткал, потому что такого пиздеца, мать вашу, я не видел никогда в жизни, блядь. Зацените. Ебало боров, блядь. Мси Валера, добрый вечер. Это, блядь, что нахуй? Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? А ему, ему нравится вообще? Ему нравится это? Спасибо большое, Алексей, за донатик, спасибо. Ему нравится эта притча, я не пойму, которая на фото. Я вот сейчас на нем, ему нравится? Охуел. За 3 минуты. Я такой, мать моя женщина, блядь. Откуда? Это что со мной сделали? Я пришел, башку вот так мыть начал, нахуй. Это вообще, блядь, дичь какая-то. Жесть. Знаешь, что... Не, ему сейчас, если с него говорить, ему идет на фотке, это просто полный Валера. Неловко бывает, самое неловкое, вообще ненавижу. Ты такой идешь, такой, а он такой, это такой, и такой, а ладно, пусть будет по-твоему, и типа такой, а вместо того, чтобы по-человечески вот так нормально. На языке боли будем общаться в магазине. А в чё жиза, я не понимаю. Спасибо большое, бро. А, спасибо огромное за донатик. А чё за жиза? А почему жиза? А, типа, уничтожает кислые глаза подруги, типа, да? Понятно. Агент чулок, блядь. Боже, то у меня сейчас фонарик на 3 деления из 4. Я нихера не вижу. Если не начать материться, то нихера не вижу. Ой, господи, чё я испугалась-то резко. Блядь, за что? Ранний испуг, нахуй, Оскар, блядь, Оскар, нахуй, подарите мне Оскар уже, я прошу, подарите мне Оскар, я не могу, я уже не могу, у меня душа, блядь, не выдерживает без Оскара, ну прошу, подарите мне Оскар на стримфесте, блядь.
легкое удивление. Для меня он не красавец, но по нему видно, что это деревня, как бы. Вообще тупо лучшая пушка, ебать. К стоматологу никогда в жизни не надо ходить. Почему нормальные зубы? Деревня. Я называю. Спасибо. Бамблбизи, Лена Темникова. У, блядь. Да? Что это? Я сам уже отучился дрочить. Как отучиться дрочить, пацаны, антиад? Антидрочка, блядь. Антидрочка. Ебать! А, типа антисептик такой или что? Нет, я обувь вообще не заказывала никогда в жизни с интернета. Нет, только личная встреча была, нет. Ты не кидай, ты можешь не попасть. Я просто положу. Слышно? Открой пошире. Ну открой. Я сейчас на фенку положу. Откуда? Блядь, ты дурак! Я конфетку хотел. Пацаны, я ведь это видела фильм, который так начинался. Знаете, тут, кстати, очень подходит, очень подходит фраза. Парень просто уничтожает киску зеленоглазой подруги, блядь. Она как раз зеленоглазая. Я вам отвечаю, пацаны. Она реально уничтожила. Это хуже, чем конфеты на хуй. Да ты заебал! Дважды на одну хуйню, блядь. Ебать ты ведёшься. Мисс Ева... Вам долго еще проводить операцию? Охуенно. Да я думаю, в принципе, ты плохо как операцию уже проводить. Вообще поебать абсолютно. Каких целей? Я просто писал. Поставить свечку онлайн. А за это не забанят? На этом мои полномочия все. Шедевье. Я извиняюсь перед всеми молодыми ребятами, которые это увидели. Я осуждаю полностью бабку за то, что он сейчас показал на стриме. А, это свеча. Похуй тогда. Это просто свеча, ребят. Похуй, блядь. Все равно извините. Мне поебать, нахуй. Все равно, блядь, извините за свечу эту ебаную. Я нахуй осуждаю эту свечу. Она уебанская. Кто, блядь, сделал эту свечу? Вот как? Можно? Как? Можно додуматься сделать свечу в форме члена? Почему? Зачем люди нахуй это делают? Свеча, я что терпила, блядь, какая-то, я забаню. Ой, знаете, какой сегодня видос смотрела? Я сегодня смотрела видос, там чел показывал, Excel, по-моему, Excel показывал, то, что вот микрофон нас подслушивает. Если я говорю, типа, я хочу купить собаку, то мне Google выдает рекламу, где можно купить собаку. И если я говорю, что я хочу купить часы, то мне Google выдает сайты на рекламах, на которых можно купить часы. Давайте сегодня это проверим, но у меня вообще нет нигде рекламы, у меня отблок стоит. Но все равно, мне кажется, то, что... Как вы думаете, это правда? Просто мне кажется, я не знаю, как так? Нас реально подслушивают? То есть, и все, как мы пукаем, и все на свете реально подслушивают? А как это работает? Я вообще, я в ахуе. Это пиздец, это просто пиздец. И на счет три прыгаем. Отсчитывай. Раз, два, три. Часто там такие лаги, блядь. Мисс! У тебя нету письки. Правда? Еще бы в игре была писька. Ты сидишь в юбке, у тебя нету письки. Ребята, у вас есть я писька? Так... Подожди, куда это я полез-то, ёкарный бабай, подождите. Боже мой! О, боже мой! Как это так? Зачем мне смотреть разоблачение на братишке, если я сама все видела своими глазами, блядь? Как это разоблачение? Денис! Денис! Типа начинается на П, заканчивается на Ч. Хорошо, бля, пуги. Блядь! Пизда! Печь? Пинч? Реально, Пинч? Ребят, пиздец, падает онлайн и падает статистика, и мне... Знакомый голос, кто не это? То, чтобы, типа, я даже нечего вам дать, чтобы вы там как-то прибавлялись. Я не знаю, что мне делать. Жопы нельзя крутить, сисями трясти нельзя, трогать сиси нельзя, ничего нельзя. И, понимаете, я в замешательстве, что делать, что делать? Вот, и нужно что-то делать.
чуваки, давайте, смирно. А чё криво-то камера стоит, блядь? Натаха, малая, поправь камерку. Все заебись, братан, я сейчас смотрю видос, какие треки нахуй. Ты чё, ебать, ебанулся, блядь, или что, тебя ебали или что? На раз, два, три. Пострижися, купри... Ебать, смотри, снимай. А тут же нет оформления? Ты чё, ебанутый? Ты больной? Что он делает? А, он говорит, что свинью поджечь. Я не боюсь подходить первым. Блядь. Да что за хуйня, не будет такого. У меня всегда микро выключен, не стримом. Я на кнопочку нажимаю, когда вырубаю стрим. Сюда, если я не говорю. Ой, все, блядь, мне хуёво, у меня сердце заболело. Вы можете так не шутить, блядь? Вы нахуй, вот вы можете, вот ваша аморальность, она меня нахуй уже доводит, блядь. Вот нахуя вы так шутите смешно, вот, и не смешно, точнее. Меня ваши вот эти аморальные шутки, они меня не впечатляют. Это ваша клоунская моя речь, она меня вообще не впечатляет. Если ты нихуя не понимаешь, я могу с тобой поговорить, блядь, на понятном тебе языке, на языке боли. Если ты не понимаешь меня вообще, абсолютно, absolutely, absolutely.